Компания «Грани кино» представляет зажигательную комедию для всей семьи «Супермама». Я Карен, актер-авантюрист. Теперь ты хочешь сказать, что заделаешься матерью-одиночкой, чтобы заполучить квартиру и деньги от этой организации? Да, и причем именно в этом. Но это же любимое платье моей Нуне. Гадом буду, не наденешь. Любимый и вечный сюжет. Мужчина в женской одежде. Когда идете задом, смотрите хотя бы по сторонам. Вот придурок. Сами вы придурочная овца. Но такой версии вы еще не видели. Одно из первых условий для участия в нашей программе — это наличие работы. Горячий темперамент. Ты по поводу собеседования на диспетчера, куколка? Второе условие — визит наших экспертов на место вашей работы и место жительства. Господи боже мой, кто все эти люди? И третья — аттестация, во время которой мы увидим вашего ребеночка. Убойный юмор с акцентом! Стой, щенок! Лихие сюжетные повороты. И, конечно, счастливый финал. Вы кто такие? Почему из моей квартиры балаган устроили? Не любит он Сону. Изменяет секретарше ее отца. Комедия, покорившая сердца миллионов. Это чья такая девочка Зарочка? Привет, рыцарь мой. Теперь и в кинотеатрах России. Эй, ты чего подружку шефа трясешь? Что ты пристал к девушке? Да она же не девушка. Вот этого ты не должен был говорить. Здравствуйте, я ваша мама. Вы очень сильная женщина, Карина. Если бы вы писали не в моем присутствии, я бы подумал, что это написал мужчина. И не ошиблись бы.